Мальчик, что я могу для тебя сделать? Еще раз. Кто ты? О, ты вернулся на район, да? А, брат, рад тебя видеть. Все одинаковые, Карл. Ты, я. Кто-то наступит на меня, а я наступлю на тебя. Все сначала палят по слабым, потом вопросы задают. Из-за того, что ты сделал для меня, у меня есть двойные агенты по нами, которые готовы назначить цену за твою голову. Ум, брат. Паника – верный путь к плохой карме. Он сын и снова рулит. О, я обделался. Нет, это что-то другое.